А теперь мы узнаем, где началась работа интернет-магазина retail.ru. Как все начиналось? Вот это вот небольшого офисного помещения, которое находится на цокольном этаже. 5 лет назад небольшая группа людей, компания, начала свою работу. Сделали ремонт. Сейчас находится приколот. Стрелочка показывает, что... Вот, собственно говоря, первый наш кабинет. Какие интернет-магазины города Ступино вы знаете? Литов? Да. А вы являетесь сюда, ну, того постоянным клиентом. Что да. Хорошего можете о них сказать? Все хорошее у вас есть, все хорошее. Нравится, да? Да. Услуги, которые Литов поставил? Пока да. Довольно. А что бы вы хотели на будущее пожелать? Там, может быть, какие-то у вас пожелания есть, чтобы конечно, развивались? Цены ниже. Будем тогда стараться. Постараюсь. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. А какие интернет-магазины города Ступино вы знаете? Ну, я знаю только Литов. А вы знаете, что он самый первый интернет-магазин города Ступино? Все хорошее, вы знаете. Ну, что он самый первый, я не знаю. Я знаю, что он, наверное, единственный у нас в городе Ступино. А что хорошего могу сказать? Ну, то, что там работают отличные ребята, всегда все вовремя, всегда быстро, очень хорошее соответствие цены и качеству. Мне очень нравится. Давайте скажем, спетелите вас. Ребят, спетелите! Ой, Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут хотели вам задать пару вопросов о интернет-магазине нашего города Ступино. Какие вы, например, знаете? Ну, мне на ум приходит только один магазин. retail.ru. Мы ведем прямой репортаж из города Ступино, улица Куйбышева, дом 5, где находится интернет-магазин retail.ru. Главный офис. Вот встретили Марину. Марина, привет. Здравствуйте. Вы можете что-нибудь сказать о этом интернет-магазине? Да, мне есть очень много что сказать об этом магазине. Пользуюсь очень часто его услугами, прямыми поставками. Очень радует доставка. Функция такая организованная. Прям очень удобно. Заказываешь товар по телефону, тебе приносят его прям домой. Очень удобно, оплата по факту. Ну, а в целом, как вам коллектив? Ну, коллектив очень дружный, симпатичный, хороший, сплоченный, искренний, всегда готовы прийти на помощь. Так, и знаете, у них небольшой юбилей, 11 февраля исполняется 5 лет. Может быть, там пожелания у вас есть какие-нибудь на будущее? В какой сфере должен этот магазин развиваться? Да, смотрите, юбилей совпадает с главным событием у нас в стране. Сегодня открытие Олимпийских игр 7 февраля. И это знаковое событие, что именно в этот год отмечается 5-летний юбилей первого магазина, интернет-магазина электронной техники в городе Ступино. В связи с чем хочу пожелать им олимпийских успехов, всегда занимать первые места и двигаться, расширяться во всех сферах деятельности. Спасибо вам большое, спасибо. Прямой репортаж из самого, как сказать, центра, сердца магазина Retail, где чинят, собирают, диагностируют и приводят в порядок все компьютеры города Ступино. Это наш главный инженер
Электронный. Григорий. Сейчас мы спросим у Григория. Как ему интернет-магазин? Григорий, что вы можете сказать ему? Хороший интернет-магазин. Я даже вот немного растерялся. Так неожиданно, когда подошли. Заставили Григория за его привычным занятием. Везде ничего в работе. Да, сижу, у меня Галина разъясняет, нет ничего, вообще работы нет. Вот. Приносите побольше компьютеров. Вот. Поэтому, что я хочу сказать. Очень интересный коллектив, такой разношерстный у нас, в нашей компании. Вот. Я не единственный бездельник здесь. У нас еще обычно всякие менеджеры там тоже бездельничают, сидят. Работы нет вообще никакой. Бухгалтера, да. Там, по начальству нельзя говорить плохо, вот, поэтому мы будем поддерживаться такого. Мы начальство не видим. Мы начальство не видим, да. Начальство здесь вообще не появляется, мы здесь сидим одни постоянно. Вот. Ничего не делаем, мы играем в игрушки периодически. Там. В интернете шаримся, ВКонтакте сидим, в Одноклассниках. Все, больше ничего не делаем. Инстаграм пост выкладываем. Да, собираем иногда. Михаил у нас любитель. Приходят очень такие дорогостоящие комплектующие, мы их, конечно, собираем, тестируем, смотрим, а потом продаем клиентам обратно часы. Что я могу еще сказать? Зарплату не платят. Сидим, работаем за еду. За еду работаем? Да, за свою причем. Куплены на свои жизни. Сами приносим. Всегда. Катастрофа. В общем, работа у нас самая лучшая. Приходите к нам в интернет-магазин Ritual.ru. Можно заново это все сделать. Вся техника дома исключительно с магазина Ritual.ru. Ritual.ru, выбор достоин. Я против тебя. Ну слушай, ты можешь видимость сделать. А что за человек? А как с такими работать? А вообще бездарность, а бездарность. Весь все, блин. Ты давай мне тут не бузи. Он что, так и будет стоять?